О, привет, мои дорогие, 11 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое, я вас love, потому что, ну, вы со мной, я очень счастлив, понимаете, да? Я хочу вам подарить крутую тему. Это вот такой телефон Xiaomi Mi 5, вот. Чтобы его заполучить, нужно просто вступить в мою группу ВКонтакте и сделать репост закрепленной записи. Ссылка в описании. Есть и плохие новости, ребят. Залетел в аналитику канала, там 79 человек смотрят меня без подписки. Это реально жестко, это, блин, это бросок камня в мое сердце, понимаете? Поэтому сейчас я вам даю ровно 7 секунд, чтобы подписаться, жду. Я пока разомнусь. Жду, когда подпишетесь. Жду. Пиши креативный комментарий. А если кто-то из вас, Штрабушата, хочет попасть в мой видос, вам нужно просто написать креативный комментарий. Ну а тот комментарий, который наберет самое большее количество лайков, попадает на полочку с героями комментариев. Вот эти ребята, спасибо вам большое за активность. Настала пора осмотреть мои находки, которые я насобирал за 10 дней. Нашел магнитолу для авто. Внутри магнитола не та, что на картинках. Но когда открыл коробку, поймал жесткий обломайтунг. В коробке была штатная магнитола от автомобиля Шкода. Внешнее состояние отличное. Чтобы ее проверить, нужны специальные провода. У меня таких нет. Но я уверен, что она работает. Скорее всего, люди обновились, купили магнитолу поновее, а старую выкинули. Стоит такая примерно 1500 рублей. Нашел громкую связь для автомобиля. Была она там же, где и магнитола. Модель Nokia CK100. В комплекте был только блок управления. Микрофона и остальной периферии не было. Нашел сумку. Сумка в хорошем состоянии. Продам эту сумку рублей за 300. Внутри сумки ретро-находки. Давайте их осмотрим. В ретро-сумке 4 фотоаппарата. Первые — это две смены. Смотрятся прикольно, винтажно. Видоискатель у смены очень маленький. Фотоаппарат Вилия. И самый топовый — это Зенит. Печально, что в комплекте не было объектива. В комплекте к сменам есть два чехла. А еще были найдены монетки. Вверху самые старые. Вот, к примеру, монета 1909 года, 1923, 24 и 62. Продам это все барахлишко 1500 в моей группе ВКонтакте. Нашел пауэрбанк от бренда ProLife. Работает, заряд держит, уже проверял, на 6000 мАч. Неплохая находка, пригодится. Настенные часы. Работают прекрасно, состояние хорошее, сделано в России. Продам рублей за 200. Нашел iPhone 5s в разбитом состоянии, но внутри батарея целая, а также плата. Да, это чистый вандализм. Зачем люди так делают? Лучше бы целый выкинули. А я бы его с радостью продал. Но из-за того, что он разбит, придется продать на запчасти. Ребят, в общем, нашел такую куклу прикольную. Она целая. Я могу говорить, я повторяю сказанное. Нажми мне на ушко, чтобы начать запись. Ааа, больно, сука! Подписчики Стребуха самые лучшие. Наклонное крепление для ЖК телевизоров. В коробке. В комплекте даже есть документы. Купили крепление 29 апреля. Но зачем выкинули, не понимаю. Оно новое. Топовые находки этого обзора. Мини Wi-Fi роутер от бренда Tenda. Первый раз вижу такой Wi-Fi роутер маленький. Модель Tenda N3. Подсветка для комнаты. Работает превосходно. Wi-Fi D-Link. Но при проверке оказалось, что не работает. Полетит обратно на помойку. Старый телефон Siemens, модель C75, не включается, пробовал подключить напрямую через проводки, но ничего не помогло. Скорее всего, нужно заменить батарею, потому что она вздутая. Перцовый баллончик Shock. Баллончик почти полный, буду использовать по назначению, если на помойках пристанут конкуренты. Батарея для айфона. Работающая веб-камера Logitech. Представляете, думал о том, как бы стримить с компьютера, и тут попадается веб-камера. Снимает в 720p. Реально нужная находка. Лазерный дальнометр на батарейках. Кто не шарит, с помощью лазера эта хрень определяет расстояние.
от лазера до объекта, куда светит луч. Дальность до 40 метров. Он работает, но вот, как видите, половина цифр не видно. В чем проблема, не знаю. Я думаю, шарящие ребята смогут его починить. Нашел вейп. К сожалению, он не работает. Поставил его на зарядку, простоял где-то час, но в итоге не включился. Модель Coolfire Plus. Топовая и редкая находка. Это колонка Nokia. Подключается к телефону с помощью штекера. Работает от батареек. Модель Nokia MD8. Когда-то это был топовый аксессуар, но даже сейчас звук отличный. Нашел за все время поиска находок один из самых прикольных телефонов. Модель Sony Ericsson W380i. Ого, плейбойчик. Сим-карта стоит, но написано, что она не активна. Офигеть, ребят, это меню, это просто ностальгия. На задней крышке есть сенсорные кнопки, с помощью которых можно переключать песни. Но, к сожалению, динамик посажен. Увеличиваю на всю громкость, но звука почти не слышно. Да, в свое время был крутым аппаратом, но сейчас это просто звонилка. Один из самых крутых объективов, который я находил на помойке, это объектив Sony. Стоит такой в среднем на Авито 4000 рублей. Внутри на стеклах есть пару пылинок. Но это не страшно, можно разобрать и почистить. Работоспособность неизвестна, потому что у меня нет такой камеры. Модель Selp 1650. Следующий телефон топовый. Это Xiaomi Mi 5. Работает. Состояние, конечно, плохое. Изначально на телефоне стоял графический ключ. Сбросил настройки через Recovery и вылезла блокировка активации. Но здесь история намного проще, чем с айфоном. Здесь, по крайней мере, телефон можно разблокировать. Сзади телефона нет крышки. Нашел для своей девушки неплохой подарок. Эта штука нужна для того, чтобы тереть чеснок. Для чего вот эта штука, я так и не понял. Одни из самых топовых кроссовок, которые я когда-либо находил. Это Джорданы. Судя по ценам в интернете, они стоят в районе 20 тысяч рублей. К сожалению, я не смог определить, оригинальные они или нет. Кроссовки 39 размера. Мультиварка от бренда Maxwell. Работает. Изначально не было чаши в комплекте, но хорошо, у меня дома была лишняя. Но, к сожалению, у мультиварки кто-то отломал ручку, которая была здесь. Продам рублей за 300. Я нашел такую деревянную прикольную подставку для бурбона. По всему периметру есть белая подсветка. Работает от блока питания на 12 вольт. Осмотрим мелкие находки, которых насобиралось очень много. Новые женские перчатки. Новые салфетки Zeva. Чехол на руку для смартфона. Светомузыка Pioneer. В разобранном состоянии. Скорее всего, она не работает. Но стоит такая хрень в районе 10 тысяч рублей. Нашел щетку, с помощью которой буду чистить платы от пыли. 5-метровая рулетка. Переходник с одной пары наушников на две. Микрофон Genius. Очки Бати. Адаптеры для сим-карт. Новый USB кабель для 4-го айфона. Топовый насос. Работает прекрасно. Фонарик яркий луч. Два кошелька. Первый по качеству рынок, ну а второй Hugo Boss. По ощущениям кожаный. Щетка для обуви. Три пары ширпотребных часов. Нашел прикольную находку. Это коллекторный двигатель и наконечник стоматологический, с помощью которого сюда вставляют насадки и прочищают зубы. Но можно эту штуку переделать и сделать из нее тату-машинку. Движок очень тихий, я его проверял. Работает. И, кстати, посмотрел, вот такой двигатель стоит в интернете в районе 5000 рублей. Если кому нужен движок, пишите мне в группу. Паяльник. Ночник, подсветка, новые сверла по бетону, женские очки. Сверхэлитная находка — это два диска от группы «Чай вдвоем». Актуальная в 2019 году. Рабочий вейп от бренда Icarus. Тяжелый, металлический, первый раз такой вижу. У него кнопка включения снизу. Работает, но у него есть проблема. Разбито стекло бака для жижи. Внутри стоит аккумулятор на 700 мАч. Керосиновая зажигалка. Какие-то непонятные монеты.
Но судя по внешнему виду, современные. Но сделаны через жопу. Еще одни часы. Качество рынок. А это реально топовая находка. Это магнит, который стоит на кассах в магазинах, с помощью которого снимают бирки на одежде. Кому надо, пишите в мою группу ВКонтакте. Шестигранники. Спиннер. Нашел новые защитные стекла для телефонов, а также есть пленки. Нашел запасы доктора. Вот эти штуки нужны, скорее всего, чтобы раздвигать ноздри. А это петля, полипная носовая с двумя наконечниками для рвущей и режущей петли. В общем, эта хрень нужна для операций. Работает, затягивает. Набор был запечатан и пришлось распаковать, чтобы определить, что это за штука. Деревянный Буратино. Плоскогубцы. Пожарный датчик. Гель для душа. Две пилы по металлу. Три отвертки, из которых вот это самое прикольное. 8 блоков питания, 2 из которых для айфона. Флешка Sony на 16 гигов. Работает. SD-карта Canon на 128 мегабайт. 3 зарядных устройства для батареек. Эти два работают, а вот эта топовая зарядка глючит. Что с ней, не знаю. Она включается, но потом постоянно перезагружается. 3 рабочих удлинителя. 5 блоков питания. HDMI кабель. Скотч. Колесо для пресса. 5 блоков питания для ноутбуков. Батарея для ноутбука Lenovo. Шлем для велосипедиста. Целый, легкий, в нормальном состоянии. Кабель питания для компьютера, фонарики на батарейках, расческа Фен Равента. Ну что, давайте подведем итоги по продажам. Кроссовки. Весы детские Чико. Пылесос. Компьютер. 3 штребух бокса. За 10 дней удалось заработать 10 800 рублей. В принципе, сумма неплохая. Спасибо моим подписчикам, которые купили компьютер за 5000 рублей. Топовый. В моей группе ВКонтакте. И спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Знаете, что я все-таки самый топовый, как вы говорите, да, вот комментарии. Все пишут, типа, я бог помоек. Но если я тогда бог, тогда не забудь подписаться на мой канал и ставить лайки под видосами. Всем пока.